А в эти минуты на сцене Театра оперы и балета открывается 23-й международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова. Специально к этому событию режиссер Владимир Красотин, балетмейстер Елена Лемешевская, другие артисты театра подготовили оперу Джузеппе Верди «Отелло». Фестиваль продлится до 30 ноября, и в это время зрителей ждут удивительные встречи с солистами Большого и Мариинского театров, ведущими исполнителями из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саратова, с гостями из Монголии и Китая. Поскольку 2013 год объявлен ЮНЕСКО годом Верди, программа Михайловского фестиваля составлена из вечной классики «Риголетто», «Аида», «Травиата» и, разумеется, «Отелло». Завершит оперный форум гала-концерт.